Lutuin mo kayo? Kahit ay pandesal? Ha? Kahit pandesal yan? Это мне, получается, нужно за неделю пересмотреть все сообщения или как? Или там последнее сообщение, так понимаю, наверху, правильно? На очереди. Да там такая очередь, поверь. Не знаю. Мега лайф я еще пока особо порядочных людей не встречала. Бывают такие, что вроде напишут, познакомятся и так далее, а потом смотришь, он там с одной общается, с другой общается. А таких нам не надо. Супер общительного. Да, может быть, есть. Вот в жизни я знаю, что есть. А вот в интернет-знакомствах, там, в онлайне, не знаю, как-то мало верится. Как-то вот один парень тоже хотел познакомиться. И получилось так, что... Я не знаю, что-то речь зашла о том, что... сколько я получаю, ему стало интересно, потому что ты, говорит, постоянно ездишь отдыхать, туда-сюда, говорит, ходишь в рестораны, кафе, постоянно, говорит, где ты бываешь. Я говорю, ну, я не люблю сидеть на месте. Вот. И, значит, зашел разговор о том, что сколько я зарабатываю. Ну, говорю, ну, я достаточно хорошо зарабатываю, у меня как бы нет особо проблем каких-то жизненных таких. Вот. Спрашивать, типа, ну сколько ты зарабатываешь? Я говорю, ну, нормально, порядочно, ну, 250 у меня в месяц тысяч есть, допустим, да? Это стабильно. Ну, там плюс-минус, побольше, конечно, может быть, но я об этом не обижена. А вот. Ну, он, видать, обиделся тем, что я намекнула, что он мало зарабатывает. Или что? Ну, в общем, он мне начал намекать о том, что у тебя есть дети. Вот если бы не было детей, ты бы давно вышла замуж там или еще что-то. А мне это зачем? Я как бы никуда не стремлюсь, не спешу. Я живу в свое удовольствие. Да. Приветик, Витюшка. Дела замечательно, отлично. Вот. Лежу и радуюсь жизни. Что может быть еще лучше? Как у тебя дела? Kakain pandesal itong mga mingling. Kaya mapandesal yan? Kaya nabalisan mo akit ko? Tahimik sa nangalan yun. Kapote po, sumudin. Sumudin. Kaya pala ang power si Jerry, no? Ang kulit pala. Я на работе могу быть только 8 часов. Ну, бывает прям край, когда очень много за день клиентов, то, наверное, бывает, что до 9 вечера. Сегодня я была где-то до 5 вечера, потом гуляла с подружками, в бассейне купались. Вот 3 часа ночи, я решила зайти пообщаться, а то скучненько стало, все спят. А кто не спит, с парнями гуляет. Да я дома сижу. Вот, есть вирт. Виарт, может быть.
Или что? Нет, я не знаю, что это такое. Oh, bibili si Lolo ng panisal. Maya-maya.